У нас выглядит сейчас электричка новая. Ух ты! Посмотрите, какая красота. Вот так вот. Давайте зайдем и посмотрим. Нет, давайте по пандусу зайдем. Посмотрите. То есть, если люди с ограниченными возможностями, они сюда попадут. Они были у нас оторваны от железнодорожного транспорта, честно говоря, раньше. А теперь вот так вот. Можно зайти по пандусу, никаких проблем, заехать и посмотреть, собственно говоря, там показания-то. Можем посмотреть на новые вагоны. Сейчас мы пройдем через... Посмотрим сейчас, как это все выглядит. О, кресло шикарное для... Посмотрите, какое кресло сделано. Оно регулируемое. Для машиниста. Машинисту здесь будет удобно. Конечно, да. Второе кресло, то же самое, регулируемое. Это хорошо, конечно. Машиниста. Обозрение не знаю, тут мне тяжело сказать. Это только машинист может оценить, но... В общем и целом, конечно... Очень неплохо. Теперь давайте посмотрим, как тут выглядит место. Ну-ка, сейчас мы сядем на него и попробуем посидеть. Жестковатое, но... А что можно требовать от электрички? Это место для велосипедов. О, пресловутый санузел. О, тут даже столик есть для младенцев. Замечательно складывающиеся салфетки. И... Санузел. Более-менее прилично. Сойдет. Место для, соответственно, инвалидной коляски или же детской коляски. Можно пристегнуть. А так похоже на тот же Штадлер, в котором мы только что были. Но это уже Крюковский завод. Если это... Да, Крюковский завод. Такие электрички теперь будут. Видите, сильно отличаются уже от того, что, к чему мы привыкли. Какие-то убитые, грязные, зачуханные. А тут, конечно, хорошо. Ничего не скажешь. Очень прилично. Как говорится, простенько, но... Вы знаете, электрички не ездят на большие расстояния. Тут час-два человек должен посидеть в ней и доехать из пункта А в пункт Б. И для этого они предназначены. С одной стороны, минимум удобств. С другой стороны, чисто, красиво. Что еще требуется? Ничего, по идее. Это не поезд дальнего следования. Это будет ходить такая электричка вокруг Киева. Или же... На тот же Богуслав, на тот же Фастов. И вполне прилично. Для таких задач очень прилично выглядит. Дай бог, чтобы их было побольше. И они заменили вот этот старый парк электричек, которым мы привыкли. Увы и ах.